есть наша... Всегда должно быть равновесие. Вот любое отклонение от равновесия – это болезнь, да, или там плохо что-то становится. Равновесие есть ноль, да, а Бог, потом человек, потом другие люди. Любовь к Богу, любовь к себе, любовь к ближнему своему, как в Библии тоже сказано, да. И все это есть одно, то есть это все есть любовь Бога. То есть смотри, любовь к Богу, Бог, потому что это не нечто извне. Любовь к Богу, ну, Бог, да, Бог это все. Дальше, любовь к себе, это любовь к Богу в себе. Не эгоистичная любовь, да, а это, опять же, любовь к Богу. То есть это всегда любовь к Богу, на самом деле. Все эти три любви – это любовь к Богу. Любовь к себе – это тоже почитание Бога в себе. Любовь к Богу в себе. То есть это как бы часть, когда соединяется с целым. Бог – это целое, мы – это часть целого, да, как будто бы. А ближнего своего, ближний – это тоже части целого. Только не в тебе, а в других. А вместе они – это тоже Бог, да, и как бы ты любишь себя, когда ты любишь себя, ты любишь, это Бог соединяется с целым, да, и когда ты соединён с целым, ты любишь других, и другие тоже соединяются с целым, и все есть Бог, получается. Вот, поэтому там любовь к эго, любовь там к личности – это уже другое, другая история, да. Соответственно, он говорит, играй в игру. Легко, как перышко, махнул волшебной палочкой и выздоровел.